Новочебоксарским городским судом Чувашской Республики в отношении 5 организаций общественного питания применена мера административного наказания в виде административного приостановления деятельности. Данная организация привлечена к административной ответственности, предусмотренной статьей 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с приостановлением соответственной деятельности. Срок приостановления деятельности варьируется от 30 суток до 85 суток, соответственно. По истечении срока, установленного судом деятельности, соответственно, приостановления, исполнительное производство будет окончено.